Что касается вмешательства или участия ОДКБ в приграничном конфликте между Арменией и Азербайджаном, действительно, часть армянского общества рассчитывала, часть была уверена, а часть как раз была абсолютно не уверена в том, что ОДКБ будет реагировать в каким-либо образом, кроме заявлений, на напряженность и, в принципе, прямое посягательство на территории Армении со стороны Азербайджана. Говорить о том, что общество разочаровано, видимо, да, можно. Общество разочаровано тем, что ожидания от возможных действий организации, либо от действий организации не оправдались. Что необходимо делать? Видимо, необходимо быть более настойчивым, более конкретным и использовать механизмы, существующие для членов организации, с целью привлечения ее не только в качестве структуры, которая будет проводить мониторинг ситуации, но и в случае необходимости участвовать в возвращении поруганного суверенитета. Признаться, я не уверен, что риторика резко изменилась, но можно, в принципе, предположить различные трактовки причин изменения отношения к организации. Не вдаваясь в подробности, речь может идти либо от необходимости ее возможного вовлечения, либо о критике организации с целью улучшения и усовершенствования ее действия, либо это сигнал просто-напросто другим членам организации о недовольстве Армении существующими или неосуществимыми шагами.